Добрый день, друзья. Я продемонстрирую несколько техник, непривычных для нашего восприятия. Это очень креативно. Мы можем использовать разные подручные материалы, которые вам приходят в голову. Буду проводить при помощи крем-маски, средства уход, тонирование уход, инновационные компоненты, которые ухаживают за волосами. Эта маска смывается. Счастье для волос плюс цвет. Я буду использовать планшет. Я его заранее подготовила. Наношу цвета в хаотичном порядке. Вот так вам сейчас покажу. И для того, чтобы эффект был очень необычный, я не использую кисти, я решила попробовать воздушный шар. Процесс очень креативный. То, что получится заранее, мы не знаем. Это очень эксклюзивная работа для вашего клиента. Второго такого окрашивания не будет. Немножечко смешаем. Возможно, я добавлю еще цвета. Начинаю. Такое нанесение мы не сможем повторить другими инструментами, поэтому это будет смотреться необычно. Сейчас покажу. Дарья, может тебя попросить? Еще вот так посиди. Можем поднять ее. Чуть-чуть я разверну. Тут мы попробуем. Вот так. Я думаю, что мне здесь не хватает светлого нюанса. Я добавлю чуть-чуть желтого оттенка. Так, желтого у нас не представлено. Мы возьмем с вами розовый. Так, очень красиво. Давай мы покажем с тобой, что у нас получается. Вот так. Отлично. Еще я буду использовать непривычный инструмент для распыления красителя, это аэрограф. Мы добавим сюда еще цвет. Чуть-чуть.
более растушеванный. Мне хочется немножечко добавить. Краситель Lacore от Label – это крем-уход, который увлажняет волосы, восстанавливает. Очень хорошо смывается. Работает на любые волосы, на любую структуру, на любую базу. Поэтому вы можете осуществить безопасное окрашивание очень креативно, быстро. И после этого все смыть. Добавим немножечко бирюзового оттенка. Так бы я еще использовала какой-нибудь инструмент, чтобы добавить, например, распыление кистью. Мне хочется немножечко взять брызги. Если кто-то из зала хочет со мной попробовать, я могу пригласить кого-нибудь. Нет желающих? Давайте. Есть? Вау. Телефон можно оставить. Ирина, да? Вы знакомы с продукцией Lacore? Крем-уход от японского бренда Label. Вы готовы? Смелее очень главное проявлять креативность. Прижимать аккуратно, да. Вау, очень красиво. Супер, спасибо. Сейчас покажем продукцию. У нас получилось. Очень интересно. Немножечко мы добавим. Дарья, у нас закончена. С Расселом можно поступить по-другому. Мы можем использовать наш же планшет, который у нас в процессе творчества получился. Также для окрашивания переносить этот же цвет, этот довольно-таки интересный, на волосы. Вот он у нас готов, сейчас я вам покажу такой вот рисунок. Красный.
позже. При помощи таких продуктов мы можем проводить такие креативные, необычные окрашивания, заботясь о наших волосах и придавая им цвет. Угу. Так, немножечко цвета нам не хватает, поэтому добавим нашу палитру, довольно-таки яркую. Тут мы немножечко шор. We'll be right back.
еще добавим другого цвета и финальный штрих. Так. Какой эффект у нас? Немножечко создадим текстуры, добавим еще. Экспресс-техника, которую вы можете привести в салоне при помощи код-маски. Очень активно. Музыку. Просим вас. Пройдемся. Да, мы закончили. Можем еще раз пройтись. Лакор от японского бренда Лего. Это маска с ухаживающими компонентами, которая окрашивает волосы и ухаживает за волосами. И попросим сцену стилиста нашего, который работал. Стилист наш по одежде. Скромный стилист наш Анна. Спасибо.
Всем спасибо. New Siri Expert. More professional. More sustainable. In a new design. Discover our transformative hair care tech, tailored to your hair needs. Меня зовут Диана, я видеоблогер и певица. Что я только не делала со своими волосами, красила, отрезала и даже выбривала затылок. Когда ты меняешься внешне, внутри прибавляется сила. L'Oréal Professionnel presents a disruptive innovation that truly changes coloration, balayage, and lightening. Metal Detox. Do you know there is metal in hair? And that it creates both a risk of breakage and... Любой это какой? Бирюзовый, да? Ближе к холодному бирюзовому. Угу. Так, второго планшета чистого у нас нет, поэтому мы будем креативить сразу же. На шаре. Есть замечательный оттенок от Лакор. Голубой. Очень красивый бирюзовый оттенок, который очень красиво смывается. Очень холодным отливом. И стойкость довольно-таки долгая. При этом вы можете наслаждаться всеми оттенками бирюзового цвета на протяжении 9 недель. Экспресс-маска плюс... Очень цвет. Алие. Так, да, будет. Волнительно. Бирюзовый оттенок. Чуть-чуть вперед голову. Алие как раз-таки не хватает немножечко цветового нюанса, так как личность очень интересная, экспрессивная. И добавив цвета, будет смотреться очень гармонично. Мы покажем зрителям. Чуть-чуть вот так. Такое окрашивание можем выполнить за 5 минут. Вот так. Много голубого добавим. И она почти, у нас образ закончен. Я думаю, что немного не хватает голубого оттенка, и образ готов. Алия, можно вас назад попросить голову? Так, вот так.
Я думаю, готова. Все, мы заканчиваем. Можно пригласить модели, но они, видимо, уже убежали. Да? Алия, давай мы с тобой вместе сфотографируем. Покажем, что у нас получилось. Вот такое вот окрашивание. Все, всем спасибо. Thank you.